Здравствуйте всем! Что, меня видно, не видно? Просто я что-то количество вас не вижу. О, вижу. Здрасте. Сейчас поем мою любимую песню. Хорошего дня! А теперь... Позвони мне! Позвони! Позвони мне, ради Бога! Через время протяни, голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, долгожданный голос твой. Ваня, привет! Позвони мне, позвони. Тебя проходят дни, что со мной я не знаю. Умоляю, позвони, позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека, пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. А ты мне больше звонить не можешь? Телефон. Ревнуешь? Позвони мне, позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану. Настроение зашибись. О, я новую песню крутую нашла, подождите. Это прям пушка. Ив Сен-Лоран, мадах под клубом, мой бах лил памп. Я хуже, чем ты думал. Детей в садик возить. Ваня, блин! Я просто представляю сейчас эту картину, ты такой серьезно сидишь там на совещании, блин, и такую дичь пишешь. Еще я эти AirPods надел, чтобы никому не слышно было, что я это за музыку слышу. Это карандаш для губ вообще. Просто замазала и поехала.
Майбах от клуба. Мой бах пел нам. Я хуже, чем ты думал. Вань, ты слышал? Майбах под клубом. Песня про нас. Чисто тын-тын. Ветер шепчет. Как мне эта песня? Я типа резко выключил разновление. Давай я расскажу, как деньги зарабатывать. Какие акции? Что там на рынке недвижимости вообще в Москве? По делам нет. Хватит фоткаться, блять, в моем майбахе. Где Бентли мой? А, сейчас скажи, пусть тебе Бентли дарит, тот и тебе цветы отправляет. Угадала ответ, блядь. Так, короче, меня там... Чарджа, в точку, да, сказала? Так, дайте гляну, куда мне поворачивать, другую песню включу. Трачу супрами тебя, 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 тебя. Ой, я ж сказала, так и напишу. Трачу супрами тебя, тебя, тебя. И просто трачу. Держитесь левее, в тоннель. Трачу тебя, пленный врач мне сказал. Прямо, 2 километра. Между нами война, между нами пыльба, между нами вода. Вот и я трачу свой бренд на тебя. Я прикрываю свой тыл. Пара, минус один, я. Где же ты, где я? Тратил себя по ГТ, я. Стабильно стал холостым, я. Чем ты погиб, молодым, я. Я просто трачу свой бренд на тебя, 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 тебя. Я просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. Очень холодно. А теперь время подстрелять. Между нами пальба. Попадаешь, сердце стоишь сюда. Любимка. Я просто трачу себя. Я просто трачу себя. Силу себя на тебя. Время подстрелять. Между нами пальба. Попадаешь, сердце стоишь сюда. Любимка. Реснички вообще, видите, сделаны такие натуральные. Блин. Бля, сейчас сажусь в кого-то. Ой. Здрасте. Тратил весь прайм, для меня нужен скайлайф, чтоб отсюда слинять. Между нами контра, это Mortal Kombat. И вампир я Blade 2, первым он без ствола. Вань, а номера КМР это что значит? АМР я знаю, а КМР, что значит номера? Какая это красивая спасть. ЕКБ, привет. О, давайте, сука, хочет денег. Вот эту, мою любимую, еще одну любимую. И потом будем... Бля, мне собака палец прокусил, прикиньте. А, иди уйти на мелко. А теперь... Когда утро... Кого букет секрет? Девочка-демон, привет, привет, я тут. А теперь... Еще не разбудит свет, тишина на рассвете и нет машин. Все вокруг замирает, ни звука нет, и на трон восседают покой и мир. Когда на пик горы сядут облака, так что за белой дымкой не видно край. И вздохнув глубоко, посмотрю я вдаль, понимаю, что это и есть мой рай. И по ночам не снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится, в своей земле, в своей природе. Так. Судя, хочет денег. Пару фоток в постели, бэйби. Я кручу дерьмо прямо на постели, бэйби. Так прикольно.
через 300 метров. Держитесь правее. Она любит не меня, пару моих песен, чем я заслужил внимание этих дам. Им известно, мой карман имеет очень крупный нал. Все, я вижу тебя насквозь. Я знаю, что для тебя не больше, чем новый гость. Вот и собаки, ты просишь кость. Ты отравляешь мне мозг. Все это не всерьез. Нет, это все не счет. Детка, выпей за мой счет. Детка, ты здесь ни при чем. Просто схожи картинки. Девочки, не Отец мне говорил, у каждой суки есть свой ценник. Очередная, хо, придет, я знаю цели. Я знаю. Ты смея, я тебе не верю. Эта сука хочет денег. Мини в русский тренируется в Ростове Махачкале. А при чем сейчас Вова? А, это первый момент. Второй момент, сейчас эту песню дослушаем и будем болтать. Эта сука хочет. Хочешь моих денег, она хочет не меня, хочет трахнуть телек. Чем я заслужил внимание этих дам? Им нужно только со мной фото в инстаграм. Только не веди себя, как моя сука. Ведь моя сука твоя лучшая подруга. Лед в стакане, лед на шее, мой бриллиантовый ошейник. Детка не для отношений, это детка украшение. Я кидаю эти деньги футболист, но она не любит игры. Она любит игристая. Детка одевается, будто лицо хайпист. Раздевается и уползает вниз. Я кидаю лед по карте, я кидаю лед на рейст. Это самый грязный заяц, но перед ними я чист. Знаешь, ты, сука, мне врет. Это последний карт, я тебе верил. Пока не понял, что сука хочет денег. Поработай в постели, бэйби. Один из самых популярных вопросов. Почему прямой эфир в машине? Каждый раз ответ один. Потому что в другое время, когда я не за рулем. Держитесь правее. Какую тебя пропущу? А когда я не за рулем, я либо нахожусь с кем-то, либо я занята своими делами, либо я отдыхаю, либо я там, не знаю, где-то нахожусь, где мне не до прямого эфира. Так я еду, как бы я трачу время приятно с полезным. У меня нет времени. Прямо 7 километров. Хорошо. У меня нет такого, что я сижу, хуи пинаю. О, что мне зайти мне в прямой эфир? Делать нечего. Мне делать нечего. У меня всегда есть что делать, понимаете? Поэтому я и захожу эфир за рулем, потому что Лера или спит, или со мной. Блять, или с тобой этот. О, у меня такое видео есть, где мы с тобой этот, когда ты в хламище был, вот когда вот мы были, когда Шаму, когда вот все мы были. А там, где мы с тобой под ламбаду танцуем, у меня такое видео есть, бля, Ваня. Ты должен со мной дружить теперь вечно. Так, что я хотела сделать? Кто телефон на зарядку ставит? Тихо-тихо, это ты тихо-тихо, ты сейчас договоришься, сейчас, блядь, сториз залью, отмечу тебя. А ты потом, Лера, Лера, удали, удали! Нас спасут, за нами следят. Угу. Нет, надеюсь, я не сижу. Так. Так. Так, так, так. Давайте, пока я еду. Каждая курящая женщина кончает раком. Нормальная женщина, даже если не курит, кончает раком. Когда в кино. Ваня, а что это ты это? Мне нравится, знаешь? Ну ладно, не буду в прямом эфире говорить. Ты сейчас это... Ну ладно, не буду. Скажешь, в гост! Пошла ты в жопу!
Блядь, ну вас же собрать, если идти, если собираться вдвоем в ванне, это уже свидание. Понимаешь? Я не хочу портить даже, сука, пидорас, блядь. А, это баба. Я не хочу портить нашу с тобой дружбу, Вань. Понимаешь, вот это вот. Ты и так в меня влюблён, а так, блядь, полюбишь, и что потом будешь страдать, слезы лезть. Зачем тебе эти проблемы? Зачем тебе эти проблемы в жизни, а? Я просто за тебя беспокоюсь. Фуз, ты мне разбила сердце! И будешь потом в рояле петь только рюмка водки на столе! Или, но ведь она не твоя, но с тобой она даже иногда. Та-да-да-да, она не твоя, ты играешь с ней, а она с тобой. А, просто ты мне разбила сердце. Так, блядь, Вань, я это давно сделала. Но это не намеренно. Стоять, братишка. Ну что ты, братишка, прийти? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать. Впереди камера на 80. А мне похуй. Впереди камера на полосу. Впереди опасный участок. Серьезно? Или будет на новостях. Вань, песня для тебя. Или, но не изменяв. Я знаю то, что в целом мире лучше нет тебя. Закрыв глаза, я вновь в квартире прочь от суеты. И в голове лишь те слова, что мне сказала ты. Мое небо не предел, когда мы летим. Для самых неотложных дел есть авиарежим. В тебе есть все, что я хотел, о чем не мечтал. Я собираю для тебя в городах каждый зал. Помнишь, когда я сказал, твою руку взяв? То, что друг друга потерять нам с тобой нельзя. И до утра в ночи писал, тогда свой первый хит. Стану знаменит, время летит, как говорят, столько не живут. Я помню, как ты гордо шла, закончив институт. Крепко прижав к своей груди красный тот диплом, который на полке стоит, где и мой альбом. И с тобой время замирает или бежит вспять. Наши мечты сбылись, но мы продолжаем мечтать. Нас догоняют снова люди по пути домой. Они попросят сделать фото, но уже с тобой. Не выспалась, кажется. Да, не выспалась, согласна, не выспалась, потому что мне в 9 утра звонит курьер. Валерия, доброе утро! Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это, блядь? Кто мой сон потревожил? Вам тут передали, граждан, передали? Песика моего зовут Хэппи. Ресницы я специально сделала такие, натуралку. Так, а что тут? А у наших людей ответы. 300 человек потеряли в МИД. За я петь не буду, у меня другой бизнес, а это мишура, даже не интересно, так что улечу задевать, заливать горе в Дубайск. Все, резво. Что ты там написал? Вечером заберу вещи. Хорошо, созвонимся. Имущество делить, когда будем звонить? Сколько роз сторис видела? Ну, если... Ну, я не знаю, там, сколько в следующих двух букетах. Ну, 1500 у меня роз сейчас дома лежит. Да, вообще красота такая. Пахнет. Нет, 4D я обычно наращивала. Длинные и густые. А это я не захотела. Хочу натуралку, потому что в повседневной жизни уже эти длинные ресницы, это уже отстой. Ну, если какие-то мероприятия, мне накладные где буду делать, да и все. Одиноким лучше всех, каждому по факту. Рядом нужен человек,
снимают гардеробы, знаете, что я снимаю, что на мне. Так, Ваня, что ты пишешь? За незаконную торговлю тебя примут. За незаконную торговлю чем? А, это типа, если я с тобой начну делить имущество, ты мне, блядь, что-то сделаешь, и у меня будет законная торговля или что? Ты мне угрожаешь? При 500 свидетелях, Ваня, это не очень хорошая идея. Любишь скорость? Да, люблю, но, блядь, тут, ну, я еду 20 км в час. В Грозный, когда приеду, не знаю, не планирую. У меня собака, чтобы вы понимали, просто я 2 дня. Что-то у меня 2 дня... Какой-то вредитель. Он мне, блядь, игрался и лапой своей когтем мне в глаз стрял. У меня глаз уже 2-й день болит. И слезится. А сегодня он мне под люка палец прокусил. Игрался, стащил какую-то бутылку пластиковую. Начал грызть, я ее забирала. И он вместо бутылки грызнул мой палец. Весь палец теперь ухандоканный. Болит. Вот. И это... Вот я сейчас еду, прям аж глаз щипит. Щелка лучше очень хорошо. Сейчас, блядь, мне хорошо, как-то я красиво пора со всеми, так мне с любой прической хорошо. Просто подстригать. Я сейчас накладные вот эти натуральные делаю под себя на заколках. Я сейчас, кстати, этот момент там обсужу с одним человечком. Роза не грызет, сплюньте! Сплюньте, они просто стоят везде, как бы, он везде вокруг них крутится, но пока ничего не натворил. Он грызет, сука, сапоги мои, у меня уже все шкафы закрыты, за 100 замками, потому что, блин, он мне перегрыз, я не знаю, сколько, 10 пар обуви, причем нормально. Как у человека в школе, хорошистка была. Надо какое-то время не отличиться, а потом поняла, что это херовая затея, и толку с этого ноль. И просто поддерживала какой-то уровень. Что мне надо, я знала. Это я с ним договорился. Какую-то ему эту... А что все едут и улыбаются? Это что, у меня какая-то энергетика какая-то определенная исходит? Что-то все такие это улыбчивые. Когда куда-то на острова в тепло? Возможно, после праздников, я не знаю, я пока не могу, потому что, возможно, мне потом, у меня съемки, скорее всего, после праздников. Но я не знаю. Как относишься? Блядь. Меня, блядь, вызвали уже 1 000 000 000 раз. Я, блядь, в этом дерьме. Ладно, не хочу даже говорить. Впереди камера на полосу. Если общение, все остальное чувствуется, когда человек образован. У меня высшее образование тележурналистики. Тестирование после 11 класса я сдала замечательно. Поступила в университет. Статистика показывает, что список Forbes, который наш, да, там первая, десятка, двадцатка, это люди или двоечники, или троечники. Поэтому от того, что я буду знать какие-то алгоритмы или какие-то другие моменты, я, знаете, в моей жизни ничего не изменится, если я в каких-то таких вещах буду тупить. Важно другое в этой жизни. Важна хватка, важна... Интеллект важен. Не, блядь, сколько будет 183 на 291, понимаете? Так, кем работаешь, кроме модельного бизнеса? Блядь, какой модельный бизнес? У меня имя на меня уже работает, о чем вы говорите? Бля, братишка, не-не-не-не-не-не. Да умные говорят, дело не в алгоритмах. Так я же говорю, я всегда за то, что нужно заниматься самообразованием и развитием. Но если говорить о школьной программе или о чем-то таком, это полная хуйня. Все понятно, в кино смотрю. Ваня, ты уже решил это в обход пойти?
денег. Так, через 600 метров держитесь левее. Не хочешь постричься? Нет. За питанием не следила, но сейчас как бы решила, что надо следить, потому что забываешь поесть, белая фата, забываешь поесть, некогда, куришь, блин, то в пробке стоишь. Я поэтому с собой йогурт захватила, потому что поесть некогда. Сейчас захватила, пока там буду на каких-то своих делах. Параллельно закажу еду, там супчик какой-то поем. Так и не пьешь алкоголь? Нет. О, был момент, когда я там выпила там бокал, может, полтора шампанского сладкого, как бы, и все. Что пью? Агуша классический. Легкий, полезный перекус. Ну, типа, он без всяких там наполнителей просто. По образованию тележурналист. Сколько вешу? Не знаю, 55-56, наверное. По нации Украина. Украинка. Самый смешной случай? Блин. Какой же самый смешной? Когда у меня голова в кровати застряла, и кровать пилили. Наверное, это. Ты учишься в этой хуйне на Дубровке. Так, во-первых, хуйня... Иди нахуй, блядь. Хуйня, во-первых, это ты, я тебя блокирую. Во-вторых, в базаре так будешь у себя в подворотне. Кажется, меньше весишь. Но у меня рост 76. О, какая песня! Сейчас расскажу, когда у меня, как голова у меня застряла в кровати. Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня. Растаявший он вода, ты одно лишь должна знать. Держитесь левее. Я люблю тебя навсегда. Не дает утро спать. Снег растаявший он вода. Впереди дорожная работа в левом и правом ряду. Ты одно лишь должна прямо знать. Прямо 4 километра. Я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд? Я принес, только слезы мне не нужны. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до ста, разучился любить февраль. Он украл тебя навсегда. Разучился смотреть вдаль. Так, Марина Майер, да, знаю. Так, рассказываю. Мне было, короче, в детстве это было. Мне вечно в детстве то петарды в говно вставляла, взрывала, то кровать у меня застряла, то, блин, на утюг, на раскаленный на Новый год наткнулась. Короче, кровать у меня была у дедушки на даче. Кровати такие, типа, были как прутья они. Ну, короче, такая кровать, типа, там, спинка такая красивая. Ну, типа, такие полосы были. И, короче, я голову в сумму. Ну, а мне было, не знаю, сколько мне было лет. Может, лет 7. Да не, меньше, наверное, даже лет 6. И я всунула голову зачем-то, не знаю зачем. А обратно, сука, уши мешают.
И я, блядь, все, я застряла ни туда, ни сюда. Я вылезать, блядь, обратно, у меня уши торчат, не могу вылезти. Все, кровать пилили, там мне крутили, вертели. Я, это реально, я в детстве была, это вот как Лея сейчас у Джигана и Самойлова, вот это вот я была в детстве, это пиздец, вечно куда-то как встряну. Потом, тоже у дедушки на даче было, когда там травма, ну, типа, так, ну, дача, там же всякие, этот, природа, все дела, блядь. И, короче, там трава какая-то высокая росла. И нам, ее так много было, прям вообще, ну, как... И, короче, мы прыгали в эту траву, прыгали, падали, как будто на... Как будто на ковер прыгаешь. То есть так настолько было много травы, и она такая была мягкая. И я прыгаю в эту траву, прыгаю, сука, чувствую, воняет что-то. Не пойму, что воняет, блядь. А там, видимо, ну не знаю, может, какие-то, ну, в деревне, блин, не знаю, может, какие-то там животные ходили, блядь, по этой траве. Короче, я вся в говне. Я вся в говне иду домой. Деда! Сердце небесное. Деда, спасай, я в говне. Вот, потом что еще было? Ну, петарды, как я в говно взрывала, это я, по-моему, рассказывала. Но я не знаю, кто не знает, рано тоже у меня скачет эта история на говне замешана. Короче, тоже у дедушки. Получается, у меня собака была далматинец. Ну, порой далматинец, Джесси. А она такая ебанутая была. Вечно убегала куда-то. Вот. А потом привела... Ну, что творишь, блядь, дебил? А потом привела щенков. Сука, расцветка далматин. А сами кудрявые, блядь. Детство у меня не то слово было весело. И, короче... Бля, я правильно поехала? Сейчас, подождите, гляну и расскажу. Правильно, правильно я поехала. Коленки разбивают, и я на роликах убилась вообще после этого. Ни на ролики, ни на коньки не становлюсь. И, короче, зимой у нас двор большой. И зимой там, ну, типа, снега нападало, все. Вот. И у нас собака выбегала из вольера и, короче, понагадила по двору. Я не знаю, простите, кому не отвечаю, потому что рассказываю и на дорогу смотрю. Руки-ноги не ломала ни разу. Один раз уебала человека, и вот эту косточку чуть сместила. Один раз я с гипсом ходила, а так нет. Короче, а были раньше петарды, помните, такие вот в 2000-х, короче, такие в пачках, их поджигаешь, типа, так, ну, бросаешь, дым идет, и она взрывается. Вот. А, и, короче, и мне зачем-то надо было поджигать эти петарды. Дымок идет, и в говно вставляешь, и убегаешь, и оно взрывается. И, короче, я вот так поджигаю. И я вот так поджигаю, короче. И что-то вставляю, и дымок не идет. Думаю, ну все. Сука, педрила, ну ты посмотри, что сделал, козел такой. И, короче, я думаю, все, сейчас она, короче, не взорвется. Дымок не ушел, и я что-то смотрю в это говно, ну, дымок не идет. Как оно даст мне? Я опять, деда, спасай, я в говне. И, короче, детство мое, видимо, поэтому ко мне как бы всегда деньги липнут, потому что все детство в говне провела, блядь. Вот, потом... Валерия повелительница говна. Да, было дело. Вот. Потом, что еще, на роликах. Короче, на роликах мы катались и решили устроить на перегонки, типа, кто кого обгонит. У нас парк там тоже большой был. И все это, кстати, проходило именно у деда. Вот в период, вот каникул, вот этого всего. У меня каникулы всегда были очень-очень яркие. Как сейчас выходные, так у меня раньше каникулы были. И, короче, я бегу, сука, на этих роликах, а нас там человек 5. И я бегу, я понимаю, что я их всех уже выигрываю. Да не... А, там, привет, дорогой. Кстати, сегодня билеты... Сегодня или завтра буду билеты забирать на Емельяненко. Я все помню. И я бегу на этих роликах. И думаю, ну что вы, сучата, где вы там позади? И я, я вас сделал. Сука, поворачиваю голову, передо мной дерево. И я в это дерево. И знаете, как в Том и Джерри, как этот кот вечно, блядь, куда-то в Том встревал, и потом... Вот это вот и я...
Вот. И все, после этого я ни на ролики, ни на коньки вообще не становлюсь, потому что я, ну, у меня полностью в кровище, у меня вся правая сторона. А, ну видишь, мне, я все помню. Вот. Потом, что еще? Что еще рассказать такое? А, как я лягушек домой притащила. У меня мама собирается... А мы с короче, мы с дедом всегда мутили темы нормальные. Поэтому, ну, для меня это самый близкий человек. Был и будет, и Царство Небесное. Для меня это такой самый большой удар был в жизни за вообще за все мои 25 лет. Короче, с дедом мы наловили лягушек. И притащили их домой. Ну, маленьких, поняли? Притащили их домой, опять. И выпустили в ванную плавать. Сука, утром просыпаемся, ну, спим. Слышим, кричит, крик такой. Смотри, у меня мама заходит в ванную на работу собираться. Тигр ты. Тигрица! Футболку. Ой, это вообще-то, по-моему, какая-то из серии Бершка Зара, что-то такое. Зара, по-моему. Вот. И, короче, а эти лягушки по всей ванной распрыгались. Ну, короче, разлетелись по всей ванной прыгали. Ну, типа, распрыгались. А у меня мама вообще боится всех этих историй с такими земноводными. Собака Йорк. Один Йорк, ну, Йорк здесь и Болонка в Киеве. Помню тебя маленькой, с дедушкой всегда гуляла, да? Да. Расскажи о своей мамуле. Мамуля, у меня, блядь, лев по гороскопу, это уже о чем-то говорит. Мамуле моей, мама, привет, если ты смотришь эфир. Мамуле моей характер пиздец. Но, если бы не этот характер, я бы не была бы собой. Про первый поцелуй тоже расскажу. Я, кстати, сейчас с этим парнем очень хорошо общаюсь. Ну, просто, ну, он уже женат, мы просто общаемся. И, короче, у меня мама максимально требовательная. Ей, блядь, все не так. Вот если даже будет все идеально, она скажет: Неллер, вот все классно, но и пипец просто. Нет, у меня мама, конечно, на юморе, на приколах, но очень требовательна. Вот у меня ассоциация с моей мамой, это вот, блядь, долбить, чтобы все идеально было, чтобы вот так, вот так, вот так. Теперь понятно, в кого ты. Ну да, ну как бы, но все равно мы с ней разные, потому что она прям, я как бы могу, ну, я больше похуистка. Ну как бы, типа, ну что-то как бы, ну типа, что-то там не получается, а она будет загоняться вот такая вот. Вот. У меня двоечное образование, по образованию педагог. Вот. И, видимо, может еще на этом фоне у нее вот это, блядь, все научить, все рассказать, как надо, как не надо. А вот почему ты вот так не сделала. И, короче, это все. Или там, допустим, фотку я какую-то выставляю. Блядь, ты не могла волосы поправить на другую сторону? Или что это за подпись такая? Короче. Вот. Ой, песенка. А музыка звучит, и я двигаю. Вот. Поэтому маму я свою люблю за то, что она такая. Если бы не она, не было бы меня такой. Это факт. Я в год петуха родилась. Так, первый поцелуй, да, вы спрашивали? Мне было, сейчас скажу, какой-то класс был. Я первый раз поцеловалась в классе восьмом, наверное, в седьмом, восьмом. Какой же это класс был? Нет, вру. Девятый, наверное, да. Или восьмой, или девятый. Не, восьмой. Бля, не помню. Мне было 15. Ну, где-то восьмой, девятый. Не помню. Ну, я поздняя. Я там поцеловалась, я же говорю, вот в этом возрасте. Первый секс там 18 у меня был. 24 декабря. Вот. И, короче, выберешь парня ниже роста, у него типа это нормально или нет. Ну, как бы, мне, конечно, больше нравятся высокие, но, как бы, я, блядь, для меня внешность, рост, это вообще херня, это вообще не важно для меня. Тоже день рождения 21.12.93. Прикольно. Вот. Короче, и мы с ним... А он такой был у нас.
Ему уже там сколько ему было, на тот момент 17, по-моему. Он уже там к тому времени переебал полгорода. А я еще зеленая такая. Он там что-то меня там обнимает, а я, блядь, ой, кошмар какой. Вот. Я помню. А он еще по тем временам, это какой был год, там 2009, да. Ему тогда было... Я, кстати, думаю, блядь, как он на машине ездил, блядь, если ему было 17 или даже меньше. Короче, такой, блин, мальчик интересный был, Леша. Вот. И на кого похож? На папу или на маму? Два в одном. Раньше на папу больше было похож, сейчас на маму. Вот. И, короче, я помню, он мне так нравился. Что-то мы, короче, с ним, типа, там, он приезжает, я выхожу, там, он меня ждет. И что-то целоваться. Ну, типа, я понимаю, что уже, как бы, блядь, и пора, вроде бы, и нравится он мне. Вот. А, и это... А я помню, он на этой... На конечно, у него машина... Мазда тройка была у него в 2009-м, как раз. Я помню, на этой Мазде. Он такой, что-то обнимает меня. И мы такие, ну, типа... Что-то, типа, целоваться. Вот. И он такой мне, расслабь губы. А я вообще зеленая, вообще не понимала, что к чему. Вот. Ну, что-то как-то первый раз... Вот. И первый раз как-то вот так вот, ну, все произошло. Эфир, да, я сохрани эфир. На Украине в 2009-м Мазда, да. Да. Это был 2009, либо... Нет, не 9, 10, по-моему, это год был. 2010, значит, мне было... 16 мне, значит, было. Нихуя себе, я молодец. Если хочется уйти из жизни от глубокого предательства. Слушай! Глубокое предательство. Блядь, всю жизнь... Через 600 метров перед мостом поверните налево, а затем держитесь правее. Я туда повернула, блядь. Все, его... Слышно, меня нормально видно. Богатое время, но то парень был. Ну да, по тем временам это как раз Мазда тройка, у него же, говорят, это 10-й год. Ну да. Я тогда просто не шарила. А не суть, что я говорила. Я забыла, что я говорила. Что я говорила? Напомните, о чем? Напомнить, блядь, ну долбоёб еще один. Когда поцеловаться не могла, про поцелуй. Ну все, поцеловались, мы поцеловались. Потом что-то там помутились, покрутились. Он там что-то потом побольше что-то захотел. Через там, не знаю, там сколько-то месяцев. А я думаю, не, блядь. Не-не. У меня какой-то бзик был в голове. Вот прям у меня прям четко было в голове, что я до 18 лет не буду делать эти дела. Про предательство. Короче. Тебя будут всю жизнь предавать. Либо друзья, либо какие-то типа любящие, любимые люди. Блять, на работе, еще где-то. Это нормально. Это нормально. Все, весь пиздец, который происходит в жизни, воспринимайте, что это норма. В этом ничего такого нет. Да, хреново, да, сложно. Да, бывает, не ожидаешь, блять, спину нож тебе всаживают. А, бывают, блин, люди там, не знаю, близкие, родные кидают, там, не знаю, люди там живут по 30 лет вместе и въебывают друг друга так, что никогда в жизни не подумал, это норма. Конечно, знаете, ну не зря же говорят, надеешься на лучшее, готовься к худшему. Просто когда ты, типа, блядь, серьезно это воспринимаешь и думаешь, бля, как же так, как такое могло произойти? Ну, типа, просто, ну, тебя это реально может поломать. А если ты как бы плюс-минус будешь готов, что, блядь, ну хуйня случается, да? Короче, сейчас скажу опять много матов. А, будет для... У кого теряется сознание от слова жопа, прошу выйти. Это знаете, как есть видео? Хуйня случается. Жизнь ебет всех. Иногда один день все заебись, на другой день полный пиздец. Поэтому это вот так и есть, понимаете? Ну, если ты воспринимаешь... О, как жить! Ноги, руки есть, здоровье есть. Семья твоя жива. Поверните налево, а затем через 300 метров. Держитесь правее. Странно он ведет, что он... Все нормально, видно, слышно?
Вот, поэтому как бы обращать внимание на какие-то такие вещи, ну это глупо. Просто реально жизнь такая штука, которая, блядь, все может случиться, все, абсолютно все. И если ты думаешь, что ты живешь в мире с розовыми, блядь, бабочками и с фламинго, блядь, ты глубоко ошибаешься. Эвакуировали когда-нибудь тачку, сплюньте. Не прощу и не пущу на порог, но он зашел за черту, а я позволю. Держитесь правее. Смотреть, как раньше почти, влюбленными синими, я вновь сбиваюсь в пути. Мама, прости. Впереди камера на полосу. Я не хочу назад, но что хочу к нему, он смотрит в мои глаза, а я не верю ему. А теперь он через 600 метров поверните налево. Смешной случай за рулем. Ну, самый смешной, наверное, ну не прям за рулем, когда я в пункте ДПС, пока ждала там свои моменты, блин, пока освободится гаишник, пела хоп мусорок, они меня узнали, блин, зашли в Инстаграм и заставили удалить. Я тоже хотела спросить про новую улыбку подруги, но Лера про унитаз сказала, как отбрила. Не поняла про новую улыбку. Уже не модно, да и не было модного никогда вот этот унитаз, который заходишь, блядь, сначала зубы, потом ты. Вот, поэтому у меня, как он, блич или как он, блич второй или третий у меня. Ну, one minute, please. Блять. Хоть раз была за рулем после того, как выпила. Был моментик такой у меня. Грешна. Блять, страшная тема, конечно. Даже не один раз у меня. Ну, были такие моменты, но я уже очень давно так не делала и не сделаю больше, потому что, ну, опасная тема. Максимум давала Гайфинару. На руки я не давала. Ну, то есть, так, чтобы я там договаривала. Я вообще не могу договариваться за взятку. Мне как-то, блядь, я не знаю, я теряюсь. Картинку покажи за окном. Вот так себе обстановочка. Вон там Красная площадь. Four Seasons. Ничего такого. Можно пить кефир за рулем. Во-первых, это йогурт, во-вторых, слушайте, в этом кефире я вас умоляю. Серая охотка, да, охотка серая. Ну, слушайте, знаете, грех жаловаться, потому что у многих вообще другой вид за окном. Впереди камера на полосу. Прямо 2 километра. Футболка из Зары, да, я же говорила, то ли Бешка, то ли Зара, что-то такое обычное, какой-то масс-маркет. При маме куришь?
Да. Как мама узнала, что куришь? Ну, я, типа, начала покуривать втихаря. А потом мы... Блядь, я не помню, как было. Короче, я помню, что она меня на понт взяла. Типа, из серии... Ой, блядь, что ты, типа, исполняешь? На, закури. Что-то я психованная. Я что-то психованная была, мы что-то ругались, она не психуй, типа, закури. А я понимаю, что она как бы на понт берет, а думаю, ну, блядь, что уже вокруг да около ходить. Ну, мне было уже лет 18, наверное, уже было. Вот. И вот так вот узнала. По-моему, так, я не помню уже. Мама курит, да. Уже с 100-500 раза начинает читать книжку «Алина Кара. Легкий способ бросить курить». И говорит, все, сейчас точно брошу. Точно сейчас все брошу. С кем проще общаться, с парнями или девушками? Мне, в принципе, легко находить общий язык, но у парней мне больше друзей. Фигура мамина нет. Фигура папина. У меня мама низкого роста и полноватая. А папа всегда был худой и длинный. Почему псевдоним взяла Фрост? Потому что после Виагры я начала работать диджеем в Киеве. И вообще мне мама придумала этот псевдоним. Ну, что-то как-то ну, отморожено. Ну, все как-то так говорили. Ну, типа, что я вся на своей волне. И что-то как-то так прицепилось. Минус 22, о боже, как у вас не очень-то. Ой. Когда уже доеду, уже не могу. В какой стране хотела бы жить? Америка или Франция? Хотя мне и в Москве хорошо, не знаю. Привет, Дашулька 62. Переводится Фрост, мороз. Boy, sick of your face, sick of your choices, sick of your name, sick of your pleasure, sick of your pain, sick of your pressure, sick of your gain. Покупала вещи у Насти Ковалёвой. Не, Настюха мне давала вещи на рекламу много раз. Одна в семье, да. Блять, что ты со своим этим едешь тут? Сигареты курю Marlboro на двух капсулах. Very nice day. Yes. Of course. Время у меня 13:15 уже, блять, я в 12 должна уже была быть в точке назначения. Ты такие шикарные букеты, где он, что не показываешь? Это молодой парень, которому 30 с чуть-чуточкой, который очень хорошо, красиво ухаживает. И все, на этом вся информация для вас. Кредиты? Нет, никаких у меня ни одного кредита нет. Тем более я украинка, мне в России даже кредиты не дают. Ну, не дадут. Расскажи о своем предательстве. Так, ну какое вам такое рассказать? Подружка у меня, это мне было лет 16. Вот у меня как раз такой был 2009-2011, где-то эти пару лет у меня такие были насыщенные на события какие-то, которые у меня отпечатались в голове. Через 600 метров поверните направо. Вот. И мы дружили с девочкой, прям пизде, она старше была меня. Мы дружились, она старше была меня, а я была влюблена у нас там
парень один был. Ну, на тот момент ему было... Блядь, ну сколько ему было? Это мне он казался пипец какой взрослый. Но ему было, может, 29-30 ему, наверное, было к тому времени. Он просто погиб в Питере на... Поверните направо. Через 100 метров поверните налево. Вот. И, короче, я была в него влюблена. Он такой, ну, как бы, один из таких был. Это я еще в Луганске жила. Он такой, короче, он племянник был мэра. Взрослый. Поверните налево. Бля, тут же что-то. Вот. И, короче, я в него была влюблена. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. И она это знала. Она знала, а он как бы, ну, блядь, мне было 16 лет. Понятно, что я там целка пионерка. Поверните направо, я а затем через 100 метров поверните направо. Мы там часто гуляли в одних компаниях. Ну, то есть такое. Вот. И... И как бы, ну, блядь, понятное дело, что, ну, как бы он, что он со мной будет там, крестики-нолики играть, если там я как бы, ну, чё, да, я нравилась, ну, блядь, ничего больше. Поверните направо, вот. А затем через 100 метров поверните налево. И в итоге мы что-то гуляли, это причём мы с ним, ну, много, уже года два, как, ну, короче, уже, то есть нормально мы с ним уже. Поверните налево, во двор. Меня ведешь, блядь. Вы приехали.